Чебоксарах. На Московском проспекте загорелся рейсовый автобус. В момент возгорания в салоне были люди. Всех удалось оперативно эвакуировать. Как сообщили наши редакции в единой диспетчерской службе города, пострадавших в результате инцидента нет. В 17:17 служба спасения Чувашии поступило сообщение о возгорании в городе Чебоксары пассажирского автобуса, следовавшего по 26-му маршруту. ЧП произошло на остановке общественного транспорта, театр, оперы и балета. В тушении задействованы 2 единицы пожарной техники, пострадавших среди пассажиров нет. Возгорание ликвидировано в 17:30. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Автобус выгорел дотла. Сейчас остов машины стоит на проезжей части. Движение в районе ЧП затруднено.